Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о своих декоративных пустых баночках. Я себе здесь соорудила такую часть мусорную, в общем, мусорный пакет. И я буду туда все это складывать. Что у меня закончилось, так это... Первое, с чего начну, наверное, это с... Именно пустых баночек, именно пустышек. Закончились у меня 3 туалетные водички от Avon Femme. Я уже все коробки повыбрасывала, так что сори. Она была розовая. Это именно розовая, такая в черной упаковке. Очень приятный запах, но это не мой был запах. Это приятный запах, но он... слишком такой вот возрастной, наверное, как-то вот для женщин постарше. Или просто на любителя, потому что прежде чем покупать, нужно тестировать. Хотя я покупала вот воочию, я не заказывала и, в принципе, немножко промахнулась. Опять же повторюсь, потому что так вы ощущаете его, и он вам нравится, а вот на мне почему-то он как-то... навязчиво звучал, никак не раскрывался, в общем, я думаю так, что он не раскрывался, и вот этот запах, он оставался таким всегда, и он мне, наверное, просто вот не подходит. Так, в мусорку, и закончился у меня тоже миниатюрка Far Away, я его давно уже приобретала, но как-то стрёмно было им пользоваться, потому что аромат, опять же, приятный, но он тяжелый такой, и какой-то пряный немножко, и вот он именно такой бабушкин, вообще бабушкин, мне кажется, ну приятный. Этот уже я заказывала, и я не могла его протестировать, потому что не было пахнущей странички. И вот хватало буквально одного распыления, и ты будешь пахнуть буквально чуть ли не до конца дня. Пока спать не ляжешь, на одежде оставался надолго, на теле тоже оставался долго. Вот очень стойкий аромат, но он мне бил в голову и очень как-то мне от него потом плохо становилось. Вот знаете, есть такие действительно приятные ароматы, которые ты на ком-то ощущаешь вот мимоходом, да, они тебе нравятся, все. Но вот когда ты их тестируешь на себе, вот что-то не то. Я думаю, просто не подходит аромат. Он приятный, все, но прежде чем брать вот такой вот Far Away, протестируйте. Также еще у меня закончился мой любимый Inca de Sans. Тоже в миниатюрке. Я люблю такие миниатюрки, как вы заметили. В общем, это мой любимый аромат. Познакомилась я с ним, не помню, уже 3 года назад, а то и больше. И я просто от него без ума, потому что это действительно вот мой аромат. Действительно, он мне понравился вот в упаковке. Хотя я его именно так наобум заказывала. И я не знала, какой аромат. Я его тестировала в самом каталоге, но он какой-то был не такой, как вот именно в самой упаковке. Немножко он казался легче, что ли. Этого тоже одного, там двух буквально пшиков хватает. И, кстати, мне кажется, миниатюрки довольно-таки по стойкости лучше, чем вот полноразмерные какие-то продукты. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне вот почему-то кажется так. Довольна была им, но он надоел, и захотелось чего-то нового. Вот пока пробую что-то новое. Но к этому в любой момент могу вернуться, потому что Avon у нас есть везде. Последний аромат, который у меня закончился, это Hot The Body Shop Red Musk. Был у меня в пробнике, я его выбрызгала на себя, но честно, потом одежда, мне ее пришлось стирать. Именно я брызгала на шарф перед уходом. На кофту я не брызгала, и вот шарф мне пришлось с курткой стирать, потому что вот этот запах, у меня его уже не было, но он настолько въелся в одежду, что даже когда я ее постирала, все равно оставался отдаленно вот этот аромат.
Конечно, это плюс, да, аромат стойкий, все, но это не мой аромат. Хотя я им пользовалась, хотя он мне нравился, когда он выветривается, но вот все равно, когда даже он у меня закончился, я же говорю, я ощущала его вот на шарфе. Я просто, вот, не знаю, у меня как-то даже какое-то отвращение было, честно. Не мое, но он тяжелый, он такой вот зимний, действительно. Может быть, даже осенний-весенний, вот ранняя весна, поздняя осень. Так что нужно тестировать, все пробовать, но могу посоветовать, присмотритесь. Так, и закончились у меня продукты для губ. Закончились у меня бальзамы. Бальзам вот такой вот от Dermafeel. Он шел вот в такой вот упаковке. Покупала я его в Ашане давно уже. И, честно, он меня вообще не впечатлил. Запах у него нейтральный, приятный, даже немножко с кислинкой. Но вот вы видите, у меня его еще предостаточно. Но я уже им не могу пользоваться. Он не увлажняет, не питает, он просто смягчает губы. Пользовалась им перед нанесением помады, либо блеска. Честно, такой какой-то посредственный бальзам. Мне такие не нравятся. И закончилась моя любовь. Это масло для губ. У меня закончился макадамский орех и ваниль. Вымазала просто вот до самого конца, прям баночка даже вся блестит. Запах, я обалдею от него, но честно, он мне поднадоел. Я люблю все эти запахи, которые существуют, я люблю ихнюю текстуру, я вообще люблю эти масла, и вы это знаете, и многие их также любят, но вот когда я пользовалась этим, я им пользовалась конец лета и всю осень практически. И прошлую весну я им пользовалась, но, честно, за вот это время мне он, запах этот поднадоел, и хотелось уже какой-то другой запах использовать. Сейчас использую крем-карамель, по-моему, и даже он поднадоедает, хочется опять же чего-то другого. Но это, опять же, ни в коем случае не вина самого масла, бальзама. Это просто вот сугубо личные какие-то такие заскоки. Еще у меня закончились некоторые средства для лица. Это CC-крем еще в старом оформлении от Lumene. У меня в оттенке Light. Я думаю, все они узнают, все они услышали. У меня это второй бутылек закончился. Почему так долго? Потому что я еще что-то другое пробовала. Летом у меня вообще был другой BB-крем от Garnier. Я им как-то баловалась. Но это, в принципе, хорошее средство. Я им пользуюсь. Могу советовать. Мне нравится его и запах, и текстура. И я в целом довольна им. Еще закончила вот такое вот средство. Это консилер от Oriflame. Это Studio Artist консилер. У меня в medium оттенке был. Сейчас я знаю, их уже не выпускают. Иногда по распродажам можно их найти в каталоге. Я закончила его с превеликим удовольствием. Он мне очень нравился. Здесь 10 мл. Именно под глаза. Очень хороший. Какие-то несовершенства на коже он не перекрывает, он очень легкий. Он еще и увлажняет кожу под глазами. Я могу назвать его крем-консилер, потому что он и ухаживает, и маскирует. В общем, да, суперская вещь. Жалко, что закончился. У меня есть уже второй тюбик, и даже его я уже довольно-таки так использовала. Так, еще у меня закончилось такое средство для губ от Catrice. Все, я думаю, знают эти стики. У меня был в легком таком розовом оттенке. Там есть еще светлее. У меня вот второй оттенок. Мы
0.30 оттенок называется. Don't think, just pink. Я довольна была им, пользовалась все лето им. Я не помню точно, когда я его приобрела, по-моему, весной, да. И вот все это время я им пользовалась, вообще суперская вещь, но тоже под конец поднадоел, и запах у него вот этот какой-то пряный, он начал подбешивать, в общем. А так суперский, увлажняет губы, на губах смотрится вообще шикарно и стоит вообще дешево. Также у меня закончился мой гель для бровей от Art Visage, и новый я не покупала. Хочу сказать почему. Потому что я, в принципе, свои брови немножко подстригаю, вот, чтобы они не на ветру или там, когда шапку снимаешь, они не выбивались и не торчали в разные стороны. Я их подстригаю немножко, и они у меня тогда такие ровненькие, аккуратные, и нигде никакая волосинка не выбивается. Так вот, когда я их стала подстригать, у меня вообще отпало какое-то желание пользоваться вот таким вот закрепляющим гелем, хотя он хороший, он мне нравится, и я не могу сказать сейчас, что он бюджетный, но довольно-таки бюджетнее всех остальных. Могу его советовать, у кого очень густые брови, кому действительно это нужно. Но так как у меня мои стали редкие с возрастом, и я их еще и выщипывала очень так рьяно, и это я уже их отрастила более-менее, и так как я уже сказала, я их подстригаю, мне вообще не требуется какой-то гель. Также я закончила хайлайтер, хотела сказать консилер, очень похожа упаковка. Хайлайтер закончила от Catrice. Это ликвид хайлайтер, в общем, жидкий хайлайтер. Оттенок у них один там, он один, там нет никаких разных оттенков. И это хайлайтер с кисточкой был, очень хороший такой вот. Действительно подходил на зиму, потому что он холодного подтона был, и он не смотрелся как-то инородно на лице. Я его отложила до зимы, но даже не знала, что он закончился. Как-то я им воспользовалась последний раз, и у меня тогда появился другой хайлайтер, и я решила, что этот на зиму отправится. У меня вот, я его достала зимой, но не смогла ничего больше выдавить, потому что либо засох, либо закончился. Хороший, советую. Еще покажу водичку, которая у меня не до конца закончилась. Это Cherish, тоже от Avon. Я ее выбрызгала за очень быстрое время, но брызгала и на себя, и просто распыляла в комнате, и не знаю, в основном пользовалась ей на работе, мне на работе как-то больше нравилось. Очень приятный, легкий такой цветочный аромат, я бы даже сказала, какой-то вот нежный цветочный аромат. Пользовалась и пользуюсь сейчас. Сейчас больше дома его использую, мне как-то нравится. На выход у меня другая водичка. Хороший аромат, но тоже немножко не мой. У меня тоже от него как-то вот, от этого запаха на мне как-то не тошнит мне, но какой-то дискомфорт я испытываю. Какие-то здесь есть ноты, которые вот немножко отталкивают меня. Я не могу сказать, какие именно это ноты. Так советую для тех, кто любит такие более цветочно-сладкие ароматы, могу посоветовать. Также у меня почти подошли к концу два консилера корректора, потому что вот это консилер-корректор от Maybelline Better Skin во втором оттенке. Очень мне нравится, я им очень довольна. Он как и маскирует недостатки на лице, так и недостатки под глазами, в общем, круги наши под глазами маскируют. Мне он очень нравится, я им очень довольна, купила второй тюбик про запас, лежит уже в покупках, буду показывать. И также у меня подходит к концу, я показывала в разочарованиях его, это от Oriflame консилер в оттенке Fair Light.
Это у меня Illuskin консилер от The One. Бесполезная вещь, не перекрывает недостатки на лице, под глазами трескается и забивается в складки, которых ты до этого не наблюдал. Я его использую на лицо, разбавляю CC-кремом, и он, в принципе, для этого, как раз как тональная основа, он неплох, но вот в перемешку с чем-то. Сам он не очень на лице, опять же, вот эти все мимические какие-то складки, он в них забивается, подчеркивает их, и шелушение подчеркивает, так что не советую, и сама больше не возьму. И еще у меня тоже подходит к концу тушь от Gourmet Dis, Non-Stop Volume Mascara, довольна была ею, пока не покупаю ничего, потому что у меня есть тушь, вернее, не покупаю ее, потому что у меня есть другая тушь от белорусской косметики, но если увижу ее где-то еще, и когда у меня закончится моя белорусская, то обязательно, конечно же, возьму ее, потому что бюджетно и подходит как для макияжа на каждый день и как просто для вечернего макияжа. Просто еще у меня не закончились, они у меня еще есть, эти продукты, но они у меня дублируются, некоторые мне просто разонравились, и я их просто кому-то отдам. Первая — это палетка вот такая вот от Avon, четверка теней. Я ими когда-то очень фанатела, пользовалась часто, как вы можете заметить, по ямочкам, да. Но у меня есть подобные оттенки, и мне вот сатиновый такой эффект не нравится в последнее время. True Color серия, и сама палетка называется Pink Sands. Я ее отдам знакомой девчонке, которая уже отдавала до этого всю свою косметику. Я думаю, она будет с радостью пользоваться ею. Так, еще у меня здесь есть две помады, которые я хочу отдать вот в таких вот оттенках. Это два разных оттенка. У меня есть подобный оттенок в помаде Avon. Это, кстати, помада от Flormar в оттенке, сейчас скажу, L19, что ли. Ну, как-то так, по крайней мере. А вот эта помада от Etoile, покупала я ее в Украине, и она такого нюдового розоватого оттенка, мне очень нравилась, она очень легкая, но она немножко мыльная на губах все равно. И вот в последнее время мне это как-то начало надоедать. Я ее решила вот отдать. Не знаю, будет пользоваться кто-нибудь ею или нет. Срок годности у нее еще нормальный. И это оттенок у меня 104-й Pale Rose. В общем, пыльная роза. Я балдела от этого оттенка и балдею до сих пор. Но у меня, кстати, есть похожий оттенок, и вот от дублирующего я хочу избавиться. Еще у меня есть два блеска. Один вот такой вот, похож, кстати, на, не помню, не Bobbi Brown, какая-то знаменитая марка выпустила такие вот блески. Они знамениты были прошлой осенью, и, по-моему, еще сейчас даже они знамениты. В общем, это такой розовый блеск, он с таким вот перламутром. И этот перламутр, он, в принципе, красивый, хороший, но меня начал бесить запах. Запах такой сладко-кисловатый, и он немножко напоминает старые вот блески, помады. Старый какой-то запах немножко, и меня это стало выбешивать. Я его терпела только из-за цвета, но в последнее время что-то меня подзадолбало. Кстати, если я не сказала, это Isabelle DuPont фирма, и это оттенок у меня сейчас LC322. Второй блеск у меня от Avon в оттенке Sweetie Peach или Sweetly Peach. Он такой розоватый, он мне нравился, я им пользовалась прошлую зиму. Это даже
Я могу даже сказать, что это не блеск, а, наверное, блеск масла, потому что очень хорошо увлажняет губы, очень хорошо смотрится на губах, лежит на губах. Ну, у меня есть подобные блески, он такой почти полупрозрачный на губах, почти цвета не дает. У меня подобных много, ну как много, есть у меня один любимый. И вот не хочу, чтобы этот испортился, отдам, пусть пользуется кто-нибудь другой. И еще одни тени, от которых я хочу избавиться, это тени от Релуин, которые называются Color Eyes, тон 201, весеннее пробуждение. Это такой белый и серый оттенок, они очень пигментированы. Очень хорошо смотрелись на лице, но у меня опять же подобных оттенков достаточно, вот пусть пользуется кто-нибудь другой, правильно? Ну это и все, что я вам хотела показать. Обязательно увидимся в следующих видео. Всем спасибо за внимание, всех целую, обнимаю и пока-пока.